В среднем каждый год в Беларуси регистрируется 47 тысяч малых предприятий и новых ИП. У многих из них нет офиса. Многим на первом этапе он и не нужен. Но часть из них вырастет в крупные компании и лидеров рынка. Выбрав стратегию роста бизнеса вместе с ростом клиента, Альфа-банк постоянно вносит вклад в развитие B2B-сообщества. Мы проводим семинары, обучаем клиентов, участвуем в бизнес-конференциях. B2B-сообществу не хватало физического воплощения, дома для бизнесменов, и мы создали Альфа-хаб – бесплатный коворкинг для клиентов банка. Только за первый месяц работы хаб посетило более 600 человек. 160 часов бронировали переговорные комнаты, проведено более 20 мероприятий. Меня зовут Олег, я один из администраторов данной площадки Альфа Бизнес Хаб. Альфа Бизнес Хаб создавался с одной целью – создать не только площадку, но и дом для наших клиентов. Альфа-хаб мы выбрали в качестве партнера для нашего проекта Света Академи. У нас было несколько критериев. Помещение нужно находиться где-то в центре города, чтобы студентам из любого университета было комфортно добираться. У нас инновационное образование, и нам было важно, чтобы то помещение, где будут проходить классы, соответствовали имиджу нашего проекта. Очень важно было именно площадка, где я могу поработать и полностью себя реализовать. Здесь мне нравится именно атмосфера работы и дома. Такие как бы противоречивые между собой понятия, но они здесь очень удачно сочетаются. Поскольку у меня нет своего офиса, здесь мне очень удобно встречаться с моими клиентами. Также я могу здесь работать тогда, когда мне это нужно. Здесь работает приятный персонал, и я себя чувствую здесь достаточно уютно. С людьми очень приятно пообщаться. Когда у меня друзья спрашивают, в каком банке я обслуживаюсь, я говорю в Альфе. Типа, о, а там у тебя есть доступ к Альфа-хабу? Я говорю, ну да. Вот у меня появляется какая-то такая гордость за то, что я клиент Альфа-банка, и у меня есть такая привилегия. Важно, что можно приводить свою команду. Это очень удобно, потому что вариант, что там они не являются клиентами Альфа-банка, но то, что ты всегда можешь кого-то привести, поговорить спокойно, у тебя нет напряжения, это очень удобно. Стало открытием то, что в одном месте, оказывается, могут работать и люди, которые оперируют какими-то там программами, сложными математическими данными, и творческие люди. Здесь я встречаю и фотографов, и людей, которые вообще просто занимаются творчеством, и для меня это прям до сих пор не укладывается в голове, как вот нам всем вместе здесь так комфортно работать. Я не знаю похожего кейса, когда банк какая-нибудь компания бы создала свой коворкинг на безвозмездной основе. Самое классное – это получилось воссоздать такую домашнюю атмосферу.